В октагон приглашается боец из красного угла Салимов Сабухи. Салимов Сабухи, прозвище «Пулеметчик», клуб «Хардворд», город Нижний Тагил, тренер Мамедов Тахир, семикратный чемпион города, двукратный чемпион Свердловской области, Салимов Сабухи. В октагон приглашается боец из синего угла, Черкасов Егор. И ваши аплодисменты поддержим! Рекорд спортсмена составляет 1-0. Прозвище Гюнтер, город Керчь. Спортивный клуб «Атлант», тренер Чернеев Юрий и Погосян Сергей. Призер чемпионата России по К1. Чемпион Республики Крым по К1. Чемпион Крыма по тайскому боксу. Чемпион Симферополя по тайскому боксу. Чемпион Крыма по кикбоксингу в категории К1. Черкасов Егор! Поджимай.
Поднимай. Прямо лети. Вот. Не добавляй коленку сам. Ближе. Не делай ногу, работай. Рука, рука, Витя, рука. Топтай, топтай. Врача. Дока. Дока. Рука, рука, рука левая. На левую руку. На левую руку. На левую руку. Для награждения приглашается президент Федерации К1 Республики Крым Андрей Леонидович Мельничук. И ввиду невозможности продолжения боя, победу одерживает спортсмен из синего угла Черкасов Егор. И его рекорд становится 2-0. Верите, как в правду, то, что рая нет. И я не знаю, как надо и как правильный. Умоляю сердце, не чувствую, стань каменным. Эй, как я готов.